Сергей Собянин рассказал о застройке территории бывшего Тушинского аэродрома. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. ТАСС сообщает, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии бывшей территории Тушинского аэродрома. По его словам, застройка позволит создать около 20 тысяч новых рабочих мест. Всего на этой территории планируется ввести в эксплуатацию около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Мэр столицы подчеркнул, что на этой территории много лет был пустырь, а сейчас на ней благоустраивается новый центр притяжения Москвы. Он также отметил, что здесь формируется один из самых больших в столице бизнес-парков с жилой застройкой. Помимо прочего, на территории бывшего аэродрома создадут социальные и спортивные объекты. Сергей Собянин выразил надежду, что объект станет одним из образцов застройки города. Он особо выделил набережную, которая также будет благоустроена. Пока у меня все, еще больше новостей из жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!